Региональный этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года» близится к финалу. Совсем скоро станет известно имя победителя. Старовскую представлял педагог 20-й школы Денис Толканев. Единственный на конкурсе учитель физкультуры. Когда занимаешься любимым делом, то все спорится, уверен Денис Толканев. Обычные уроки физкультуры в школе молодой педагог превратил в увлекательные занятия. Ноу-хау – зарядка с элементами фитнеса. Я работал фитнес-тренером, и я пытаюсь внедрить что-то из фитнеса в уроки физической культуры. Это добавляет некой инновационности, подвижности, заинтересованности. И дети же все равно, они смотрят интернет, они смотрят ролики, Инстаграм, и они видят, что там происходит. И я беру оттуда лучше и добавляю в свои уроки. Тем самым становятся уроки более интересными, более динамичными. Дети с каждым годом двигаются меньше. Таковы современные реалии. От уровня активности напрямую зависит состояние здоровья. Задача учителя физкультуры сегодня – не заставить школьников двигаться на уроки, а влюбить их в спорт, чтобы занятия стали частью обычной жизни. Денис Толканев – спортсмен-интеллектуал, достойный подражания, за которым хочется идти. Учитель физкультуры – это очень многогранная личность, которая должна учитывать и биомеханику, биохимию, физиологию, анатомию. Очень много предметов, которые нужно держать в голове, чтобы дать самое лучшее. В этом году Денис Толканев стал победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года». Молодой, эрудированный и креативный учитель физкультуры представлял Старооскол на областном этапе профессиональных состязаний. За призы боролись 42 педагога. Конкуренция была серьезной. Попасть в шестерку финалистов старооскольцу в этот раз не удалось. Ольга Шалыгина, Кирилл Чуй, Александр Балакин, 9-й канал.